Так, бежать надо с той стороны. Ну-ка иди назад. Перед строем не бегают. Вот так, встаньте как следует. Господи Боже мой, слава Тебе. Благодарим Тебя за все Твои милости, щедроты и долготерпения. Освети дары, посылаемые Тобой словом истины молитвы. Посети нищих и вдов одиноких покинутых. Пошли им потребное все для всей жизни и для будущей. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Какие-то у нас происшествия были. Какие? Ну-ка. Выходите. Кто участник происшествий? Ну что стоишь, что все время вытягивать надо тебя? Ты что, или не понимаешь, или что? Произошла драка. Рассказывай по порядку. Как происходило? Сейчас. Когда девочки стирали это, свои одежды, я зашел без разрешения в кухню. Там я увидел магнит, который Тимофей дал Андрею. Подарил. Да, подарил. Я его взял и это, и вышел из кухни. Телефон! Ну это кого-то зовут. Не больше одной минуты разговаривать, запомните. Говори. Тимофей. Давай сюда. Я услышал. Алло. У меня уши. Привет. Мы тебя проверить будем. Меню, по меню там борщ, варенье с картофелем и компот. С сухофруктами. Тихо. Компот и так понятно. Что? Нет. После обеда у нас отдых. Да. Все, пока. Когда я покажу, это означает, все кончился. Если будете нарушать, я сам телефон то отниму, а другой раз не дам. Нам что рассусоливать? У нас все в порядке, все в порядке, в порядке. Ну и что дальше? Я пошел, короче, это Андрей меня увидел, пошел ко мне, он сказал, это что ты в руке держишь? Я не стал ему показывать. Он мне когда отобрал магнит, и это я на него обзвалась идиотом. Он когда повернулся, он меня ударил кулаком по губе. Так. Сначала... Вот на каком месте можно было избежать этого конфликта? Ты зачем к нему подошел? Давай, говори. Игнатьевич, во-первых, он зашел на кухню без разрешения. Да. Кто, Андрей? Вот. Нет. На кухне дальше на порог ногу ставить нельзя даже. А зачем ты зашел-то? Я хотел поискать магнит. Да кто ж тебе разрешил-то заходить-то? Хотел поискать, да кто ж тебе разрешил-то? Как ты можешь там искать, когда ты твой магнит? А что ты искать? Это воровать только ходит? Ты можешь так в чужой карман, вон Кириллу залезть, поискать там деньги. Виновен ты. А ты что у него просил? Я просил отдать магнит. Так он нашел его? Да, он нашел его в кухне. А ты, это большой что ли? Да нет, это вот его личный. Вот а его. Он мне подарил его. Да, я ему никто подарил. Не имеет права в лагере дарить, то вот в чем дело, это нарушение. Он приехал и уедет с этим. Вы нарушение на нарушение идете. Зачем ты полез за магнитом-то? Я хотел кошу притянуть. Хотел! У нас не слово хотел, а надо, как в войну было. Надо и все, все работают. Хотел. Ты виновен. А что означает слово идиот? А, можно мне? Идиот да, слово, что да, означает? Я не знаю. Он не знает. Он думал, идиот это молодец. Ты как дед Щукарь, то ах ты моя, говорит, астролябия. Астролябия это прибор по определению угла, кажется. Она на него поняла, что я тебе изменяла, что ли, жена? А это прибор по определению угловой, какой-то, ну, у геодезистов такой, астролябия. Он что не прочитает, то и лепит. Ты как маленький Щукарь.
А знаете, почему он щукарем называется-то? Тогда удочки были очень дорогие, удочек-то нигде нету. А один дед рыбачил, а они ребятишки нырнут, а дед-то глухой, не слышал. Ну и удочку откусит, он выдернет, а удочки нету. Ну однажды он начал, а поплавок-то задергал. Он как дернул, пацаненок через губу-то и продернул, он ребенка вытаскивает из воды ребенка. Дед как заорал и бежать. А этого пацаненка-то и прозвали щукарь. Вот ты как щукарь будешь у нас. И тебе зачем это? Идиот. И будут звать тебя идиотом. Идиот — это плохо, это ума лишенный. Вот есть фильм «Идиот» Достоевского, там играет Евгений Миронов. Вот это я понимаю. Идиот. Ну и как этот идиот? Сработал? И мне хотелось бы это как-то... Вы можете заново показать? Вот давай. Ну вообразим, что вот эта вот дверь на кухне. Ты заходи туда, покажи, как дело было. Чтоб понятно было. Ну давай, заходишь, а ты стой, где ты выходишь? Ты идешь мимо или где? А нет, я дальше. Ну иди, как будто бы это кухня, я ты выходишь. Здесь был. Ну ладно, вот это вот я положу тебе, это магнит. Ты его нашел, где он лежал? Он лежал на кухне. На кухне где, на полке или где? А, в ведре в одном. В ведре одном. Ну ладно, давай, ты берешь, бери. Так, ты идешь, где идешь, покажи. А я стоял его ждал. Стоял, ну стой здесь, жди. Выходи, как было дело? Так. Ну выходи, показывай. Ну как у вас как было-то? Было, садитесь, да? Чтобы видно он было. Он прятал магнит, я спросил его. Ты как подошел к нему? Как вы рядом-то оказались-то? Ты же рукой не мог так достать-то. Покажи, как было. Он пошел ко мне. Да ну, показать надо. Покажи, ты показать не можешь, не артист. Вот. Ты теперь проси, как было. Я потом сказал ему, что у тебя в руке. Ну давай говори ему так, как было. Что у тебя в руке? Я ему ничего не отвечал. Я потом опять спросил, что у тебя. Что у тебя в руке? Дальше что ты отвечаешь? Отвечай, как было. Я тоже ничего не отвечал, я прятал. И потом я последний раз спросил, третий раз, и он ответил. Ты что ответил? Я сказал, что я держу у себя магнит. Ну а где идиот-то выскочил? А я у него начал вот так. А, вот как, ты уже насильничать начал. Это вот тут ты виноват. Вот тут ты виноват. Спросить ты мог, а брат-то зачем он не дает? Какое ты имел право? Нет, почему? Я попросил у него, но он не давал мне. Ну и дальше. Вот самой один в камере сидел, ну ему пришло обвинительное. Ну я не брал, я говорю, а как дело было? Ну мы шли, а он и не встретились, а парень один. Ну и я говорю, что ну у него шапка упала с головы. Ну я говорю, ну и как она, почему упала-то? Он не говорит, что шип. Ну и парень этот, который шапка-то, он наклоняется и свою шапку берет. Ну а я говорю, ну я хотел ему дать ее. Так он уже взял, но я хотел ему дать. То есть я тогда схватил шапку, дай, чтобы я тебе ее мог отдать. А он не отдает, я тогда за грудки между колен ему 3 года получил. У тебя так же, ты хотел отдать, на. Ну отбирай, покажи, как ты отбирал. Так, а ты не давал ему? Нет. Так, дальше. Я быстро. А потом когда сказал идиот-то ему? Когда он это. Я вот так спиной повернулся. Пошел. И он сказал идиот. Ну-ка подойди сюда. Ну дальше ты что стоишь на одном месте? Как было? Ты за ним побежал или еще? Нет, я за ним не бежал. Ну а когда ты идиот-то сказал? Он просто. Я сел здесь брезы и закричал идиот. Вдогонку ему. Что ты его ограбил, ты про это ничего не говоришь. А что тебя назвали идиот, тебе обидно, да? А у него отнял, ты ни во что ставишь. У тебя качество-то неположительное. Он не дал тебе, не надо, какое ты имеешь право отбирать? Он не прав, он за это ответит. Но ты-то вмешался, отобрать надо уже. Это уже хулиганство и грабеж настоящий. Ты понимаешь, о чем я говорю? Ну я сейчас подошел к тебе, а мне нужны твои штаны. Снимай штаны. Ну еще. Нет, ну отдай мне твои штаны. Я третий раз отдаю. Нет, дает. Тогда я взял и снял, отдал, к себе надел. Еще получится. Вот так куда можно заехать-то? И вдруг ты его отнял, и ты же его ударил. Это статья уже, уголовная статья. Я тебя должен наказать, просто обязан наказать. 7 горящих.
А за то, что ты обзываешься пять горящих, запомни это. Я вам сейчас одну историю расскажу. Встаньте рядом здесь. Вот. Покажи, как ты его убил. Ну, он сказал, идиот. Я левый ударил. Левый. Ну, давай. Ну, давай так, теперь. Вот, да, где этот магнит-то, дайте. Вот. У меня магнит. И ты у меня отбирай его. А я не отдаю. Ну, еще дальше. Он не тренированный. А если бы он тренировался, он бы не отдал. Ну, ладно, отобрал. Я тебе говорю, идиот. Отобрал, идиот, убей меня. Ну, эй. Попробуй. Ну попробуй, для виду. Ну, ну бей, бей. Ну, хоть махни рукой так. Сделай. Давай. Заранее за нос свой боишься. Он боится вас. Ты сейчас рукой так. Я сразу мгновенно повыше. Я же боксом занимался сколько лет. Что ты сделаешь-то? Ну еще получится у нас. Нехорошо это, дружок. Совсем нехорошо. Нехорошо. Слушайте внимательно. Мы живем в таком месте, где одна радость. Понимаете, вот в мире что есть, этого нету. Показано. Отец с сыном поехали на лодке. Он повернулся, что-то рыбачит-то. А из лодки крокодил его сынишку за ногу и утащил под воду. Он обернулся, а сына нету. И отец не растерялся, нырнул и видит, что крокодил его там держит. Но крокодил, видать, крокодил небольшой. Он с крокодилом в схватку. И крокодил откусил отцу руку, откусил. Откусил просто, руки нету отца. Но сына он спас. У нас крокодилов нет, одни гальяны вот такие. В другом месте считаем, змея проглотила человека. Ребятишек, у нас змей нет ни одной. В другом месте энцефалитные клещи у нас нету. Малярийные комары у нас нету. Львы, тигры. Мы когда ездили на Благовестие, Уссурийский край, обычно мы ложимся спать, и собака рядом с машиной. Ну, специально прикол есть. Она все собака слышит. Она не дала нас в обиду. Но в Уссурийском крае собаку я не выпускал. Я держал в кабине. Почему? Тигр. Тигр сразу собаку съест. Ну, 330 килограмм веса. А у собаки там 30 килограмм. 10 раз тяжелее. Видишь как? А у нас тигра нету, ничего нету. Плаваем на лодке. Сообщили трагические известия. Карел-Афины, там столько озер. Лагерь. Поплыли, поднялся ветер. 14 детей утонуло. Да говорят, еще не всех нашли. Сейчас проверка будет. Президент дал указание проверить все лагеря. К нам обязательно приедут. Мы должны потренироваться, уводить детей. Мы детей никогда не показываем. 5 ударов что означает? Тревога. Это если ударили, сказали, мигом бежите вот там к тем воротцам. Кто из вас старше сразу детей уводит, вот так вот тем, ну, потом расскажем, куда уводят. Детей мы не показываем даже. Ничего вкусного из этого не будет. Сейчас после еды сразу тренировки будут. Угу. Вот и с посторонними никто не разговаривает. Слушай внимательно. Подойдут и спрашивают, как, что, ни одного слова не отвечать. Скажи, нам запрещено говорить, и сразу отойди в сторону. Слышали? Да. Будете нарушать, мы будем смотреть, как нарушитель. Телефон! Ты какие, а? Ну, это опять кого-то ищут, вас, наверное. Говори. Ну и что? Да нормально, Тимофей, ты один за другим, Тимофей, звонишь, ног сшибают. Алло. Привет. Тихо. Нормально. Катался на тележке-то, расскажи сегодня. Да. Да, 2 дня суток. Дышай, все, держи. Мотор у меня, карман. А разорвал, где ты зацепился так? Это мне Кирилл зацепился и порвал. Я за него зацепился случайно. Кто? Карман порвал. Кирилл, возьми, помоги случайно. Иголку, нитку, чтоб пришил. Так, прощайся. Пока. Вам понятно? Да. Каково сейчас родителям? Отдали детей, одни трупы домой. Года 3 или 4 назад было в Азовском море. Стали купаться, там воспитатель.
А волна пошла дальше, не грызи. Ногтееды — это дурные люди, склонные к убийству. Шестеро ребятишек и воспитатель утонули. А у нас 45-й год, и Бог милует, все на месте. Надо Бога благодарить. Становитесь. Значит, 7 горящих. Тебе 5 за обзывание. Без рукавов. Он без рукавов. Сейчас я одену. А это что? Да это я это содрал. Это не когда мы поссорились. Это я на тарзанке ничего на кожу. На тарзанке, да? Красная рука. А как, ты упала или что? Да я кожу содрал. Ну, кожу содрал. Это не содрал, это обжег. Вы слышали? Так, как работали? По сколько? Назови цифру. Сколько? Сколько? Никита, баллов? Ну выйди сюда. Пятибалльный. У меня 29. У него сколько? Он, я говорю, считай, не считай. Но я посчитал, у него 23. Ну почему не считать, когда я сказал? Не считай, ты сейчас до обеда пойдешь считать. Что ты выдумываешь-то? Ну он стал считать, я не стал считать. 29 и 23. Вот, вот посчитай, какой процент по отношению его. У тебя 100%, у него сколько будет? Это сразу не высчитаешь, садись. Не высчитаешь. Так, идем за стол. Платочки! А где платочек? То он торчит внизу. Вот он, вот мой. Нет, это юбку они привязали. А подвязали. Где платочек? Платочек где? Нету. А еще все без рукавов. Ты без рукавов за стол тоже нельзя. Я сейчас одену. А платочек надо бежать. Надо бежать. Бежи. Вот это, кто за нее отвечает? Ты, почему ты не проверил? Ты что-нибудь? Ну, она растется по платочку, и потом куда-то упала. Ты почему ей не сказал, что платочка-то нету? И побежал Андрей еще. Нет. Да. Она мне только уже недавно начали молиться, она уже не знала. Дай тихнуть. Ты должна бы не она говорить, а ты должна проверять. Дай тихнуть, еще Андрей бежит. Тогда вокруг лагеря бегите один раз. Бегите. С Андреем она пробежит. Андрей, ты за нее отвечаешь? Все, вокруг лагеря бежать. Бери. Попробуй разберись, пока разберешься тут. Так, Володя, я тебе сказал, манки отсыпать, крупы крещивать, ведерко 4, после еды, и сразу отнести. Так, где платочек? Без рукавов. Вокруг лагеря сначала отбежать надо. Так, внимание, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Да. Ну, Тимофею отдали магнит, я так и не понял. Магнит-то где сейчас? На полке нам. Сейчас посмотрим. Магнит-то где сейчас? Здесь Володя забрал. Сейчас. Здесь Володя забрал.